Вот у нас брат Георгий сейчас идет от матушки и принес тут у нас рис. Так, надо ведро. Пчелка, пчелка. А что я? Их три. Пропарили на все? Нет, это... Я знаю это. Все. Магазины знаю. У них полное. Магазины надо есть. А, вот пчелка запуталась в борде. Убей ее. Убей. Ну или выпусти ее. Это пчелки? Ну тут их, да, штук 5-10. Никак нельзя переловить. Вот это трутень. Его можно убивать. А это? Это пчелка. А ты его выпусти на улицу. Это посадить в отдельную? Кружку куда-нибудь. На, кружку. Натолкай их. Ох. Володя, там под газеткой вот лежит крышкой. То, что икрой называется. Посмотри сзади. Убрать. И потом запишешь. Когда? Завтра, что ли? Да, это жир и икра. Так они тебя что, не жалят, что ли? В руки жалят, а тут-то лицо. Они часто видели? Хорошо. Конечно. Это лучше. А, чувство видовского. Вот не ужалило. Во. Они его жалят в руки-то. В руки-то жалят. Они жалят его? Да. Ну, еще сказать. На стол подавать надо. Пчелки. 12:30 рановато. Ну да. Я поеду сейчас с рыбой. Куда хотел отвезти эту рыбу. Пошел я отсюда. Тут пчелы летают.